Вопрос. У нас возник спор на тему чтения Корана в качестве руки и люди. Некоторые сказали, что читать Коран в качестве руки должен только человек, известный своим знанием шариата. Другие возразили, сказав, что для этого достаточно знать Коран наизусть, иметь правильные убеждения, быть праведным и богобоязненным. Прошу дать разъяснение по этому вопросу. Ответ. Хвала Аллаху. Правильное мнение заключается в том, что рукью может читать любой человек, который умеет хорошо читать Коран, понимает смысл читаемого, имеет верные убеждения, совершает праведные дела, имеет хороший нрав и правильно себя ведет. Для этого не обязательно иметь обширные знания и знать все досконально, и не обязательно для этого изучать все отрасли наук. На это указывает история Абу Саида и человека, которого ужалил скорпион. И мы не знали, что он когда-либо делал рукью до этого случая. Как указано в хадисе, который передается от Бухари и Муслима, раки, человек, который читает рукью, должен иметь благие намерения, желать принести пользу мусульманину, при этом он не должен беспокоиться о деньгах или оплате, чтобы его чтение было наиболее полезным, а Аллаху ведомо лучшим.